Расскажи, пожалуйста, ситуация об обстановке, как идет продвижение. Обстановка сейчас идет тяжелая. Трасса уже перевальна, как говорится. Мы уже находимся на Луганском направлении, в Донецкой области. Сейчас мы уже начинаем двигаться непосредственно по рубежам границ Донецкой Народной Республики со стороны Луганска. Насколько я понимаю, как бы направление сейчас Северск, да, основное? Да, направление все мы выходим непосредственно сейчас на север Донецка. Ну, в то время как раз они отходят от Лисичанска. Они отходят, да. Как бы информация до нас дошла, что уже сегодня в Лисичанске флаги подняли Луганская народная милиция, второй корпус.